Парак Ханна – известный политолог, ведущий научный сотрудник Сингапурской школы государственного управления имени Ли Куан Ю, автор мировых бестселлеров об изменении системы миропорядка и возможностях адаптации к ней. Считает, что карту мира сегодня формируют не страны, а современные мегагорода и система связей между ними. Мы вступаем в эпоху, когда города будут значить больше, чем государства, а цепочки поставок станут более важным источником власти, чем военная мощь. Конкуренция в сфере коммуникаций – это и есть гонка вооружений 21 века. Парак Ханна – автор термина «коннектография», которая сегодня, по его мнению, приходит на смену привычной географии. Если последнее показывает, как государства отделены друг от друга границами, то коннектография, напротив, демонстрирует, как с помощью всемирной сети, инфраструктуры и транспортных связей все друг с другом связаны. Выражение «география – это судьба» устарело. Больше не актуально рассуждение о том, как климатические и культурные особенности становятся причиной упадка некоторых сообществ или как маленькие страны оказываются в ловушке и под гнетом больших государств. Благодаря всемирной транспортной системе, коммуникациям и энергетической инфраструктуре, автомагистралям, железным дорогам, электросетям, трубопроводам, интернету, будущее создает новое актуальное выражение – возможность налаживания связей. Это судьба. Парак Ханна сам словно олицетворение мобильного и взаимосвязанного мира. Рожден в Индии, часть детства провел в Объединенных Арабских Эмиратах, учился в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании. За свою жизнь побывал более чем в 100 странах мира, служил старшим советником американского командования специальных операций в Ираке и Афганистане, работал в исследовательских центрах США и на площадке Всемирного экономического форума в Женеве. Передвижение обычных людей в поисках лучшей жизни – главное доказательство того, что мы с вами живем в мире, которым правят товарно-хозяйственные связи. Границы позволяют создать ощущение порядка, однако мир держится вовсе не на них. Инфраструктура и товарно-хозяйственные связи – вот что лежит в основе нашей сегодняшней жизни, а вовсе не бессмысленная политико-административное деление. За свои научные изыскания Парак Ханна был награжден особой премией «Лидер будущего» Организации экономического сотрудничества и развития, а также попал в список 75 самых влиятельных людей 21 века по версии американского журнала Esquire.